друзья, наши блогерские тропы привели нас на поле клубничное с гостями из Санкт-Петербурга, которые привыкли собирать клубнику там на Невском, так же как москвичи привыкли собирать грибы под елками у мавзолея. В общем, собирают, подкушивают, что называется, имеют фан. А сегодня 2 августа. Вот, друзья, нельзя терять надежду. Если 22 августа можно собирать клубнику, я вам скажу, что 22 сентября тоже будет, так все остальное просто ерунда. Правда? Да, это точно. Покажите вашу корзиночку, такую красивую. Красота. Ой. Они какие, какие вкусные. А еще мы помидорчик кушали. Обалденно. Тут у нас раздают хлебушек вот из бейкери. Хороший хлебушек. А вы не хотите попробовать кусочек там отломить? Попробуйте. А уже отломили? Мы уже покусали. Ну как? Так. Да. Вот стартап, может, надо тоже какой-то. Ну или в крайнем случае тех, кто в стартапе работает, угощать хлебом. Freshly baked bread on demand. Чтобы доставляли прям домой. Да, на дронах. Да, на дронах. Очень часто. Хорошо. Собираем наш, как сказать, улов. Да, и пошли.